Дорогие участники, хотела бы вас посвятить в тему марафона, который будет проходить буквально на днях. Марафон у нас будет проходить с 30 сентября по 7 октября 2024 года. Марафон называется «Устранение мимических морщин». Я сейчас задам вопросы Хамилии, почему именно в этом времени, почему эта тема актуальна на сегодня. И те, кто действительно понимают, что на сегодня энергетическая потенциальная работа клетки имеет свои новые содержащие работы, которые помогают аватару быть цельными, быть здоровыми, быть красивыми. Соответственно, именно для таких возможных перестроек, которые на сегодня подаются энергетически важные в состоянии полей Гаи, они на сегодня имеют способность настроиться, соответственно, для получения результата, для обновления. Димита Мушухоне, Лихметра Масата Машкада. Я вас приветствую. Хотелось бы сразу сказать, что все, что у вас определено на лице, Димитра Машхарбашкада, все, что активирует ваши формы, систему физических возможностей жестикуляциями, Димита Машхарбада, и каждым движением руки, ноги, любым инструментом, который обладает человек, Димитра Масата Машкада, естественно, это запрограммированные системные работы, которые на определенных уровнях состояния, на определенных эмоциях создают определенную физическую способность через эмоции проявляться. Димитра Масата Димитра Машхарбашкада. И, конечно же, очень важный показатель того, что насколько вы глубоко отрабатываете, какие формы эмоций, какие состояния. Димитра Машхарбашкада, насколько вы качественно ведете эту роль и насколько они вовлечены ваши нейронные показатели, Димитра Машхарбашкада. Отсюда зависит ваше функциональное состояние работы тела и, соответственно, лица. Димитра Машхарбашкада. И на лице естественным образом определяются определенные морщинки, не просто так, Мита Машхарбашкада, либо какие-то формы содержания, которые дают возможность накопить лишнюю жидкость, Мита Машхарбашкада, например, обменное поле крови, либо лимфоотток очень слабый, по определенным показателям эмоциональной формы работы, либо физическая основа питания. Димитра Маса, Димитра Маша Жикада. Естественно, этот уровень системы памяти клетки очень емко запоминается, и все это отражается на лице. Димитра Машкана, поэтому каждая морщинка, каждое состояние вашего движения естественным образом запоминается на клетке и задает свои параметры, дабы придерживать ту функциональную энергию, которую вы закладываете на своем пути. Димитра Маша Жикада. И системная работа сейчас Димитра Машхарбашкада направлена на то, чтобы как раз высвободить новые потенциально обновленные содержащие работы, связанные с работой аватара. Димитра Машхарбашкада, в первую очередь, соответственно, это лицо, это ваш показатель, это ваше содержание, которое дает возможность сразу определить, в каком вы настроении, в каких вы эмоциях, в каких вы состояниях находитесь на моменте времени. Димитра Маса, Димитра Машхарбашкада. И важность в том, чтобы ваш аватар преобразовать, вывести возможным физической в основе максимальной частоты и, соответственно, усовершенствовать. Димитра Маса Димишарбат. Усовершенствование на сегодня очень важный показатель, потому как до 2028 года система позволяет переиндексировать, переадаптировать клеточные уровни. Димитра Маса Димишарбат. Эти клеточные уровни естественным образом дают возможность клетке накопить ресурс, накопить мощь, соответственно, сотворить максимально качественный энергетический показатель, который дает возможность сохранить аватар максимально возможным качественным в сонастройке. Димитра Машкад – это, естественно, другие эмоции, другие созидательные формы, которые на лице также отображаются, и вводятся эти поля новых программных основ и новых состояний уже сегодня. Димитра Маса, Димитра Машкад – задача, естественно, убрать прежние показатели с физической оболочки, открыть возможность клетки более эффективно выстроить работу, соответственно, будут даны коды для того, чтобы зафиксировать завершающий процесс на лице и открыть новые фундаментальные возможности новых программ по расчету Фибоначчи по определяющим показателям новых состояний. Димитра Маса, Димитра Машхарбашкада. Поэтому здесь создана система Димитра Машхарбашкада, которая даст возможность энергетически и физически емко проработать и, соответственно, запустить эти качественные процессы. Димитра Маса, Димитра Маса, Дожукур Машхарбашкада. Также все формы инструментов, которые будут применяться, они точно таким же образом будут модернизировать вас. Димитра Машхарбашкада. Задача устранить фактическое наличие программ, те, которые вы отрабатывали эмоционально, физически на уровне состояния тела и, соответственно, любую эмоцию, которую вы отрабатывали,
Диме Тумашкан, любая программа, естественно, оставила за собой след. Естественно, на теле, в первую очередь на лице, она определила свою содержащую работу, потому что она все время присутствовала в вашей программе, все время какая-то эмоция была основой для того, чтобы проработать программную форму. Диме Тумашкан Карбашкада. И если вы зададите вопрос Диме Тумашкада, возможно ли лицо переобразовать на новые формы, конечно, да. Но здесь источник как раз временной на сегодня работает на том, чтобы завершить процесс физических форм основы, то, что отработано, то, что дается результатом на физической основе опыта визуализации ваших портретов и, соответственно, вывести на более качественный ресурсный уровень. То есть красота, молодость, здоровье, другие показатели и, соответственно, эти обновляющие показатели дадут возможность по-другому способность вести в основе по новым состояниям, в оформлении именно физической формы. Диме Тумашкан, Диме Тумашкан, поэтому здесь предусмотрена задача обновления Диме Тумашкан Машижикада, переструктуризация работы клетки Диме Тумашкан Башкада, завершение процессов мимических форм, которые у вас определены на лице по состоянию базовых программ Диме Тумашкан Башкада и о тех состояниях, которые вы вырабатывали в содержащих работах, естественно, на лице определенно сложились определенные показатели. И каждая морщинка, каждая мимическая форма, естественным образом, по состоянию программ таким образом работала. Соответственно, система на теле уже принята. Диме Тумашкан Машижикада. Поэтому с системой, в первую очередь, лица и жестикуляцией мы с вами будем отрабатывать форму системы проявления новой оформленности эволюционного времени и запускать эти обновляющие процессы. Диме Тумашкан, Диме Тумашкан, абсолютно всем подходит практика, которая будет реализована на физическом, энергетическом уровне. Диме Тумашкан Башкада, 7 дней нужно активировать работу в показателях для того, чтобы максимально клетка запомнила новый уровень возможностей. Диме Тумашкан Башкада, также вы можете поддерживать теми упражнениями, которые будут даны, еще ресурсное состояние своего аватара и до 2028 года все больше и больше аккумулировать энергетическую ценную работу и, соответственно, физическую материализацию. Диме Тумашкан Башкада. И итог системы совершения этой практики Диме Тумашкан Башкада. Это запомнить на памяти, убрать все формы состояния содержания старых программ на лице, в первую очередь на жестикуляции Диме Тумашкан Башкада и перевести ваш новый уровень системной работы на новые качественные содержания для того, чтобы успешно прийти к новым жизненным способностям, потому как Диме Тумашкан Башкада, каждая эмоция, которая будет вами выражаться, сонастраиваться, активироваться, производиться, проявляться, Диме Тумашкан Башкада, запускаться в действие, естественно, лицо должно быть улыбчивым, Диме Тумашкан Башкада, Башкада, Хурбушкода, Дедумас-Харбат-Харбата, счастливым по состоянию исполнения. Естественно, каждая форма системы строения по Фибоначчи естественным образом перезагружается. И на эту новую оформленность система позволяет выйти в эти новые показатели через упражнения и индекс проявленности программ, которые мы с вами будем в содержании нести. Поэтому всем успехов, молодости, красоты и новых программных загрузок. Добро пожаловать!